белого. За моей спиной вы сейчас видите, да, я вам еще, наверное, крупным планом покажу мощи здесь вот под сводом святого преподобного Антония, вот одного из подвижников. Эти 700 метров, мне муж говорит, давай ручку, я дай мне душ, до этого не дам, дальше на животе доползла. Храм Георгия Победоносца. Честно говоря, даже называется это. Ну вот интересно, есть такое место, где искусство продают, всякие картины. Ну, третий день завершился. Вон такой, концовка дня у нас, национальные блюда мы пробовали. Такой культурный, в том числе впитали все колорит. Это, скажем, в порядке исключения. Но тоже приятно присовокупиться к культуре грузинского народа. Завтра продолжаем свои духовные посещения, молитвы. Завтра покажу четвертый день.